Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Zomba Buster Advance. Поехали играть. Так, слот 1. Плаза. Так, ну что, я могу понимать одно, ребята. Нападение зомбарей идет, а это наши выжившие тут. Так, паренек решил заглянуть за дверь, что там типа происходит. Ну и как видим, тут куча зомбарей, он побежал. Побежал куда? Конечно же, в магазин брать припасы с едой, но зомби его увидели и погнали за ним. А этот зомби вообще какой-то как спортсмен, бежит сломя голову. Тут мы, понимаешь ли, спотыкаемся, падаем и на тебе. Зомби чуть было нас не достиг, но кто-то ему классно разнес мозги. Да, тут еще есть выжившие, причем довольно нехилые, да? Этот вообще как спецназовец, в амуниции, все дела, с пистолетом. Так, и вот у нас уже сама игра. Старт. Ну, поехали. Начало войны. Защитите дверь от зомби любой ценой. Понял. Так, вам нужна энергия, чтобы размещать бойцов на поле боя. Требуется 100 энергии. Так, и ваша энергия, понятно. Разместите бойцов в лифте, чтобы начать защищать. Ну что же. Так, 100 энергии, да, у нас. Мы можем с тобой поставить... Ага, вот так вот это все делается. Хе-хе-хе, мелкий зомбарь идет. Слушай, это мне напоминает чем-то растение против зомби, да? Также идет шкала, то есть волны. Так, нам нужно с тобой накопить 100 энергии, чтобы я смог еще одного спецназовца поставить. Хорошо. Очень-очень медленно, конечно, он стреляет, но зомби тоже здесь медленно идут, так что все вроде бы пока под контролем. И здание у нас, я так понимаю, только лишь первого этажа. Нету дальше, да, там ничего. 100 энергии накопил, и я могу поставить сюда. Слушай, а еще мне напоминает эта игра, помните, была такая спецназ против зомби. Да, что-то есть от нее, да? Ну, так, вот, уже у нас два с тобой стрелка, два спецназовца. Но тут уже зомбарь идет покучнее, ты посмотри. Так, нам нужно с тобой 100 энергии. Жалко, я никак не могу повлиять на ускорение. И, кстати, последняя волна, судя по всему, по шкале вот этой, да? Ладно, я думаю, мы с ними разберемся. И, наверное, все-таки нам хватит с тобой поставить третьего спецназовца за 100 энергии и быстренько разобраться с этими остатками. Новое. Обычный зомби, практически не представляющий угрозы. Ходьба средняя, защиты вообще нету и 200 хп у него. Понятно. Так, ну что, 100 энергии есть, я поставлю третьего. Все, друзья мои. А какие-то лифты тут говорили, я, честно говоря, не особо понял. Наверное, в дальнейшем будут. А вот это что за рычаг такой? Это и есть двери? Судя по всему, да. Победа. Окей. Так, награды стадии, награды оценки. Ага, заработано очков. Генерал, надо же. Медальку я заработал одну. Ну, давай двигаться дальше. Место, где все пытаются найти средства для выживания, а также первое место, где были обнаружены зомби. Берите команду и исследуйте эту зону. Ну да, вот она, эта плаза. Стадия у нас вторая. Так, ресурсы. Используйте медали, чтобы... Ага, улучшать ресурсы. Понял, вот для чего нам медали нужны. Так, что же я могу сделать? Так, возвращает немного энергии после удаления бойца. Не годится. Снижает время перезарядки мины. Не годится. Так, перемещение лифта пока не знаю. Набор здоровья. Повышает количество очков здоровья. Повышает урон и стойкость бойца. Вот это я, пожалуй, наверное, приобрету. Хотя повышает количество начальной энергии. Вот, наверное, энергию мы вначале с тобой прокачаем. У нас всего одна медалька, так что на многое нам рассчитывать не стоит. Значки. Вам нужно 3 значка одного уровня в качестве материалов. То есть, если у нас есть определенные значки, мы можем прокачивать себе на более лучший значок, да? Так, а здесь у нас, короче, чтобы получить значок 3 уровня, нам нужно 3 значка 2 уровня. А если ты возьмешь 2 значка одинакового уровня и еще что-то, то получится рандом какой-то. Понял. Объединить. Пока мне не с чем объединять, у меня только лишь один значок энергии. Так, миссии отряд. Ну-ка. Улучшайте бойцов, надевая значки. Вот они, ребят, значки. Мы можем прокачивать наших бойцов. Понял. Но в данный момент у меня, по-моему, ничего нету.
Никаких значков есть только там с энергией связанные. Так, экипировать. Вот. А снижение цены на 1%. Ну, предположим. Так, ну что, ребят, пойдемте с вами на вторую стадию. Всего этажей 2, а волн будет 3 и награда 1000 монет. Вперед! Че, как говорится, нам ждать? Ну да, друзья мои, 2 этажа. Ух ты! Агент, который знает, как разобраться с бронированными зомби. Стреляет он быстро, стоит он 100 энергии и атаки у него 8. Стоит он соточку, а этот у нас 99. Так, ну что, давай, наверное... А, нужно стартануть. Так, ну тут 2 этажа. Броня защищает зомби от прямого урона. Каждая пуля уничтожает 1 очко брони. Все, я понял. Ух ты, тогда нам здесь понадобится агент. Так, давай посмотрим, как он... А, желтая полоска — это броня. Потом еще у него... О, он какой живучий-то, ё-моё. Слушай, хорошо, у нас энергия быстро копится, поэтому я сейчас поставлю сюда нашего спецназовца. Лишь бы успеть только. Вот что я думаю. Ай-яй-яй-яй-яй, давай быстрее, он уже подходит. Ну, так, выставляем в срочном порядке. Смотри, а здесь интересно, вот чтобы нам то ли активировать, то ли переместиться на второй этаж, нужно 50 энергии. В принципе, все понятно. Так, 3 волны будет, да? Первая подошла к концу, видимо, или нет еще? Скорее всего, нет. Вот сейчас только будет у нас первая волна подходить к концу. Ну, здесь обычные зомби, с ними мы легко справимся. Надо будет еще одного спецназовца сюда поставить. Агент вообще как-то... Ну, он броню уничтожает хорошо, но именно хпшки отнимает очень-очень медленно. Так, ну давайте, давайте мне энергию. Мне она нужна срочно, просто позарез. Так, разнесли. Перемещение лифта. Так, зажмите левую кнопку мыши и переместите. И переместите. Ага. Также вы можете покупать новые лифты, используя энергию. Вот оно что. Ну я и говорю, ребят, оп, тихо, тихо. Так, значит, мы берем и вот так перемещаем. Понятно. Слушай, они какие-то живучие. Нам нужен срочно еще один агент. Не агент, а спецназовец. Бегут, кто они такие? Так, зомби, это бронированные, да? Обычные зомби, практически не представляющие угрозы. Понятно. А это цыпочка в поисках мозгов со скидкой. Быстро бежит. Брони опять же нету. Ну, значит, мы с ними быстренько сейчас и разберемся. А есть какие-то бонусы, которые бы мне дали? Так, подожди, вот это меня не устраивает. А перемещаем мы с тобой бесплатно, да, получается, бойцов наших? Сейчас мы добьем эту цыпочку и попробуем переместиться. Нет, друзья мои, мы тратим с вами энергию по ходу дела. Дай-ка я вот так вот открыл. Открыл я второй этаж. Заплатил за это, как говорится, финансы, точнее энергию. А вот как мне перемещать? Ну, например, я хочу вот этого переместить. Непонятно пока, что-то мне перемещается чисто отряд. Но я это делал и без покупки, согласись. Зачем же я тогда покупал? Последняя волна, понял. Так, друзья мои, смотрим, смотрим, что здесь происходит. Мне нужна энергия, я, наверное, сюда поставлю. Ага, надо агента в первую очередь влепить. Потому что здесь идут бронявые зомби, как мы видим. Слушай, ну броню он сносит, конечно, хорошо. Но вот именно сам урон наносит минимальный. Так, мне что-то не нравится, что у нас тут происходит. Очень мне не нравится, что происходит у нас наверху. Слишком много бронированных зомбарей. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Как бы с этими разобраться бы. Может быть, нам вот так вот все это сделать, а? Будет эффективнее, наверное. Разберемся, наверное, с верхним этажом, а потом уже переместимся с тобой вниз. Тем более, сейчас у нас энергия накопится, и я, наверное, вызову еще одного спецназовца. А его буду ставить вниз, конечно же. Ну, блин, как это все долго, друзья. Очень долго. Очень много времени отнимает. Давай-ка его поставим сюда. И будем смотреть. Так. Слушай, а что будет, если они дойдут вот до этого рычажка? А, друзья, что будет? Сейчас посмотрим. Если успеем, конечно. Если успеет этот зомби подойти. Хотя, наверное, есть все шансы у него дойти. Нет, нету. Не успели. И слава богу, друзья мои, победа очередная. Так, стадия награды. 1000 обещанных монет. Плюс медалька и заработано значков. Опять я генерал. Так, значок энергии и значок силы. Усиление урона на 2%. Слушай, ну это, наверное, немало значимый значок. Так, давай зайдем с тобой в ресурсы. Сколько у нас? 1 медалька. Мы с тобой можем прокачать. Ускорение. Повышает скорость
генератора энергии. Тоже нужно, ребята, нам с вами это приобрести, чтобы она быстрее копилась. Так, в отряде кто-нибудь новенький появился? Нет, никого нет новенького. Здесь мы с тобой можем поставить что? Так, снижение цены давай, наверное, сделаем вот сюда вот. Сменить. Вот так вот сделаем, да? А нашему спецназовцу мы еще, наверное, наденем на урон значок. Вот так, когда у нас будет таких вот значков много одинаковых, мы с тобой их улучшим. Ну что, я думаю, наверное, пора нам с тобой отправляться. Тут еще какие-то гаджеты будут, видишь, пока закрыто. Ресурсы. Ну все, это я понял. Ну что, ребята, стадия номер 3. Так, всего этажей 2, волн будет 3, 1800 награды, первая зачистка. Окей. Ух ты. Так, вы можете отпустить бойца, используя соответствующую функцию. Отпустить бойца. Угу. Взрывается и наносит урон площади. То есть динамит. У меня есть одна штучка динамита. Кто здесь пойдет сейчас, а? Давай, наверное, мы стартанем, а отсюда уже будем смотреть, кто у нас пойдет. Вот этим значком мы можем отменять бойцов. Так, я понял, внизу обычный зомби. Ох ты, и бронированный сразу же пошел, а? Слушай, я так понимаю, если они до сюда дойдут, они переместятся на второй этаж. По этому элеватору, да? По эскалатору. Мне кажется, так оно и будет. Так, этого ладно, мы с тобой разнесли. Блин. Слушай, ну смотри, у меня даже спецназовец неплохо сносит броню, так что я не знаю, в чем тогда смысл этого агента. Смотри-ка, зомби просто прошел. Не стал подниматься наверх. Так, это что, вы хотите сказать, что я должен купить? Блин. Ладно, я купил. Давайте энергию мне быстрее, пожалуйста, быстрее. Зомби там уже на подходе. Или они будут вниз, наоборот, спускаться. Интересно мне посмотреть на эту картину. Так, давай. На каждом этаже мы можем с тобой размещать до 3 юнитов. Да ну, спецназовец неплохо их бомбит. Зачем нам тогда здесь нужен вообще этот агент, я не знаю. Но динамит неспроста здесь дали. Видимо, будет такая ситуация, где нам придется его использовать. Ты видишь, чтобы у нас энергия с тобой быстрее копилась? Я что-то не замечаю. Может быть, на доли секунды там какие-то. Так, мне нужна срочно энергия. Давай, давай, давай. Так, еще и бегунья тут бежит. Ну, здравствуйте, приплыли. Только тебя тут не хватало, родная моя. В поисках дешевых мозгов, да? Бежит. Ну, давай, давай, разноси этого халабуду. Все, взорвался. Жалко, что за убийство зомби нам не дают энергии дополнительной. Так, ну что, куда его поставить? Наверное, вниз. Да, пускай он будет внизу у нас здесь. Так, нахлобучиваем эту зомбариху. Ой, наверху-то у нас проблемки, друзья мои. Очень много бронированных зомби идет. Опа, а вот эти зомби, смотри, смотри, что происходит, ребята. Они идут наверх. Ой-ой-ой-ой-ой, нам что нам нужно сделать тут? Я даже не знаю. Либо взрывчатку применять, либо подождать. Может быть, все-таки справимся. И, наверное, прикупить все-таки агента. Чтобы он быстрее разносил броню. И чтобы мы быстрее с тобой справлялись с ними. Сейчас мы посмотрим. Давай, 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 давай. Отлично. Агент, вставай сюда. Последняя волна. Это уже радует. Слушай, да, он сносит броню за счет того, что он быстрее просто стреляет. Вот и все. Так, тихо, внизу бегунья. Пташечка бежит. В поисках дешевых мозгов со скидкой. Ну, как бы не так, согласись. Слушай, что же вот это все-таки за рычажок? Наверное, это и есть двери, которые мы с тобой должны защищать. Ну, как-то они... здесь дверь тут находится, а вторая почему-то вот тут. Неравномерно, согласись. Ладно, это уже мы придираемся с тобой. Так, это последняя волна идет. Слушай, мне кажется, мы даже с тобой динамит не будем тратить. Мне кажется, именно так справимся. В легкую. Так, давай эту зомбариху уничтожаем. Этим сейчас снесем всю броню. Ну и мой спецназовец должен, по идее, забомбить. Как нам сказали, если ты хочешь избавиться, ты можешь продать бойца, да, выручить определенное количество денежек, энергии, и взять кого-то другого. Тут обстановка накаляется, ребята, обстановка накаляется. Посмотри, что происходит. Они практически, практически уже дошли. Неужели мне придется динамит? Ну-ка. Я успел или нет? По-моему, здесь что-то взорвалось. Ну-ка, сейчас проверим. Так, заработано медалей, заработано знаков. Воу, сколько знаков, посмотри. 2х выстрел. Слушай, а вот это классно. Слушай, мне уже нравится эта игра. Друзья мои, пишите в комментариях, как она вам.
Гаджеты. Угу. Используйте золото, чтобы улучшать гаджеты. 5000, чтобы нанести вместо 100 125 урона. Жирненько как-то получается-то. Но у нас с тобой опять одна медалька, и нам нужно что-то улучшить. Так, быстрые шестеренки снижает перезарядку гаджетов. Нет, это не надо мне пока. Повышает количество производимой энергии. Возьмем. Возьмем, смотри, сколько тут вообще? Стадия 7, а дальше что? Дальше мы, наверное, перейдем в другую локацию, судя по всему. Так, ну что? Идем в отряд и будем прокачивать. Прокачивать, так, здесь, наверное, нет. Мы все-таки вот тут вот лучше с тобой сделаем 2х. Итого он получает сколько, ребята? Урон 25 и 25 плюс 2%. Это, понятное дело, к урону. Так, здесь экипировать. Что у нас есть? А ничегошеньки абсолютно нету. Все у нас забито, все занято. Так что пора, наверное, выступать. Стадия 4. Так, тут у нас 3 волны и 3 этажа. Все еще до сих пор идет первая зачистка. Типа как обучение. Оу, канонир. Огромный бугай с базукой, который наносит урон по площади. Так, скорость средняя, у него 125 энергии он стоит и 75 к атаке. А бугая надо посмотреть обязательно, друзья мои. Обязательно, без бугая я никуда не пойду. Где пойдут зомби, я их хочу. Ага, давай-ка мы посмотрим. Бамс. Ты видел какой-нибудь урон по области? Слушай, может быть, когда они вот так идут в кучечку, тогда будет урон чувствоваться. Потому что сейчас я ничего не увидел. Так, эти зомби, скорее всего, да. Мы, по-моему, задеваем и первого зомби, и второго, или мне кажется? Нет, оба получают урон, отлично. Слушай, ну бугай в таком случае даже очень великолепен. Энергия, как же ты долго копишься. Ну что, будем с тобой, наверное, вызывать спецназовца для начала, да? Ага. Надо нам купить вначале этаж, переместить бугая и опять ждать финансов. Поставлю я, наверное, его на второй этаж. Или еще накопить на бугая, как думаешь? Вот тут не написано по поводу брони, быстро он ее сносит или нет. Зомби пока бронявых нету. Идут обычные зомбарики. Поэтому я, наверное, все-таки накоплю еще на одного бугая и поставим его. Ух, вдвоем-то они будут тут клепать, будь здоров, мне кажется. Давай, ребят, вот сюда поставлю, на всякий случай. Чтобы у нас с тобой было два этажа уже забитых, и мы с тобой не волновались. Ага. Так, вот они. Идут ханорики мелкие. А вот, кстати, и зомби с броней. Сейчас мы посмотрим, что у нас из этого получится. Этого мы разнесли легко. А вот с этими что будет у нас происходить? О, родные мои. Слушай, а, они пошли наверх. Слушай, нам тогда срочно нужен кто? А судя по всему, агент. Блин, что-то плохо тут у нас выходит. Агент, 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 агент. Куда бы тебя поставить-то, я даже не знаю. Давай, наверное, наверх. Сносим броню. Посмотрим заодно, как мы с тобой вот эту зомбариху быстро ли уничтожим или нет. Ну да, слушай, мы ее быстро бугаем уберем. Бугай, давай, 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 давай. Она сейчас подойдет, все, отлично. Так, с этим мы справимся. Блин, они уже и внизу идут. Блин, они уже внизу идут. А как же нам быть с тобой? Внизу их большая куча, если только вызывать спецназовца, да, нам вниз. Давай посмотрим, насколько он шустро с ними разберется. Мы можем сделать с тобой, наверное, вот так вот. Будет выгоднее, я думаю. Потому что тут мало зомбарей, а тут, вон, смотри, целая армада у нас идет. Последняя волна. Ну давай, где там волна последняя? Это вот это вот? Или еще пойдет? А, еще пойдет. Блин, тут проблема. Надо было мне, наверное, бугая все-таки сюда переставить. Ой, ну-ка, взорвем. Да, взорвали мы этого ханорика. А вот здесь-то, смотри, что происходит, ребят. А, так это не рычажок, это мина. Друзья мои, это, оказывается, обычная мина. То есть они подходят к ней и взрываются. А двери, судя по всему, это где мы с тобой стоим, да? Вот сюда они будут вламываться к нам. Все, теперь мне понятно кое-что. А это, оказывается, минка. Ясно. А гаджеты у нас с тобой бесконечные. У них просто есть определенное время по откату. Ну-ка. Да, урон, конечно, я хотел бы побольше получать от этой взрывчатки. Слушай, а что будет, если они подберутся ко мне вплотную, а? Как это будет все выглядеть?
Интересно посмотреть на это. Но неохота, чтобы они сюда проламывались, если честно, ко мне. Слушай, Бугай вообще себя чувствует великолепно. Просто замечательно. Так, с этим, я думаю, мы справимся. На втором этаже у нас вроде бы все тоже хорошо. Мы еще можем с тобой немножко их помурыжить. Вот таким вот образом. Блин, Бугай один остается. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Эти быстрее с ним разберутся, чем Бугай там будет стрелять по 3 часа. Окей, и вот так вот. Давай, 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 давай. Есть. Слушай, друзья мои, накаленная обстановочка становится, если честно. Так, ну что, у нас с тобой награды. Медалечка. И значки. Опа, значок ловкости. Усиление скорости 1,5%. Слушай, а скорость бы кому тут не помешала? Я думаю, что скорость не помешала бы для Бугая. Вот теперь я могу прокачать динамит. Все равно деньги нам никуда не надо тратить. Прокачал динамитик, короче, я. Заходим с тобой в ресурсы. И так, нет, это мне не нужно. Скорость и урон бойцов. А вот это, пожалуй, да. 2%. Отлично. Так, зайдем в отряд. У нас Бугай. На Бугая надо что-то надеть. Так, скорость это обязательно. И энергию. Так, и усиление урона. Чтобы он бомбил. Я как не знаю кто. Как Бугай, елки-палки. Канонир. Ну что, друзья мои. Вроде бы я как бы готов к стадии номер 5. Попробуем. Попробуем с тобой здесь зачистку сделать. Так, мгновенно добавляет энергию. О, даже как. Восстанавливает немного здоровья. Мгновенно очищает этаж от зомби. Фига, циркулярку такую можем выпустить. Так, временно останавливает всех зомби. Ух ты, у меня с собой, смотри, сколько, ребята, всего тут дали. И это неспроста. Поверь мне. И это все неспроста. Видимо, здесь будет сейчас очень-очень много зомбарей. Так, ну давай посмотрим, насколько у нас быстро стал стрелять Бугай. Слушай, ну урон я вижу, вроде бы побольше, да, стал наносить. Бумс. Так, ладно. Пока все идет по плану. Единственное, да, конечно, он броню снимает очень и очень долго. Но мы можем ему помочь. Вот таким вот образом. Чуть-чуть хотя бы, да, помогли ему. Так, давай. Нет, мы, наверное, с тобой поставим вот этого вот. Пускай он снимает броню с них. А Бугаю уже будет проще с ними разбираться, так как они остаются без брони. Ну и, соответственно, они быстрее будут от этого погибать. Так, давай-ка на второй этаж их переместим. И не забывай, что нужно купить с тобой еще один этаж, чтобы мы могли с тобой спокойно здесь перемещаться. Приобретаем. Так. Бежи, да? Бежи. На тебе. Получи, распишись, как говорится. То, что эти ребята, наши гаджеты, имеют свойство перезаряжаться, это очень хорошо. И они, я так понимаю, бесконечны. Хотя нет, здесь у нас 3 штуки. Аптечки всего 2. И пила у нас циркулярная только лишь 1. Так, куда ты там идешь? Думаешь, я тебя не вижу? Я тебя вижу. И сейчас мы будем с тобой разбираться. Единственное... Ух ты! Это кто, ребята, у нас тут? Толстяк. Жир действует наподобие дополнительного здоровья. У него 900 хп, идет он медленно, брони у него нету. Как будто меня это успокаивает, да? Сейчас посмотрим, насколько Бугай хорош против него. А пока я, наверное, сделаю вот так вот. Переместим, посмотрим. Да ты что, серьезно, что ли? Ты посмотри, он практически неуязвимый. А как взрывчатка на тебя работает? Ну, взрывчатка наносит все-таки 125 урона, это классно. Но если таких пойдет целая орда, я уже боюсь, не справимся мы с вами. А здоровье вот оно наше, ребята, 15 из 15. Так, давай, 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 быстрее, быстрее. Мне нужен вот этот вот. Ставим сюда, потому что нам нужно снести броню. Видишь, зомби с броней идут. Блин, второй этаж-то пустовал очень долгое время, и они успели подобраться очень близко. Куда ты наверх еще пошел, а? Ай-яй-яй-яй-яй, срочно взрывчатку. Буш, взрыв. Блин, горелый. Последняя волна, меня это нисколько не устраивает, последняя волна. Так, с этим разобрались, давай вот этого еще накумарим. А как мне с этим-то быть? Блин, еще и бегунья, а? Как мне расправиться с этим Бугаем? Ой, Бугаем, жиртрясом с этим. Зомби жирный, пусть пассажирный. Мне кажется, нужно ставить Бугая. Нет,
Вот этого поставим. Ё-моё, можем остановить, конечно, время, можем запустить циркуляру. Блин, горелый. Вот так вот. Короче, друзья мои, этот пока вот так сделать и вот так. Мне пришлось просто воспользоваться, иначе все, нас бы тут промяли бы. Бугай, стреляй во все оружие, как говорится. Можем еще, конечно, восполнить с тобой энергию, но лучше я, наверное, динамит этот. Опа, так, добили. Давай, 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 родные мои, не отстаем. Слушай, блин, уже такая жесть идет, а? Ты посмотри, только начал играть. Всего лишь четвертая стадия, а уже сложность пошла такая. Так, ну я думаю, что здесь мы разберемся с тобой, да? В принципе, все должно быть у нас хорошо, ребят. Сейчас я еще, наверное, попробую динамитик немножко сюда подкинуть его, чтобы этого жирного зомби уничтожить. Фух, мы справились. Блин, сложно, ядрено вож. Еле-еле, как говорится, успел. Мы с тобой 3400 получаем. Ну, естественно, медальку и значки. Я еще пока до сих пор генерал. Ну, все выполняю как надо. А тут еще, видимо, босс будет на седьмой-то стадии. Ха-ха. Ух ты, машина времени. Так, сколько останавливает временно? На 1,5 секунды? Да это же вообще ни о чем, ребят. Что такое 1,5 секунды? Да это... Фу, плюнул и все. Какой-то журнал у нас тут с тобой есть. Ага, вот у нас сколько будет с тобой бойцов. То есть четвертый здесь откроется, да? 8. То есть, получается, 16 бойцов всего. Это пока. Ладно. Что у нас там по отряду? Сменить. Слушай-ка, а ведь мы с тобой можем, знаешь, что сделать? Наверное, улучшить. Где у нас с тобой улучшается, ты помнишь? Так, подожди, сейчас мы с тобой вначале... Физподготовка. Давай, наверное, вот это вот выучим с тобой. Да? Так, в миссии. Оу, тут у нас еще и награды, оказывается, будут. Так, зачистите 15 стадий с высокой оценкой. Пока я только 5 стадий зачистил. То есть есть свои достижения определенные. Победите Бурезу. Гаргантюан даже здесь будет. Победите антигероя, кошмара, колосса, абоминацию, гамму. То есть это боссы, судя по всему. Окей. Так, ну что, ребята, идем или все-таки... Слушай, как же значки экипировать? Вот сюда, да, нам нужно... Ну что, давай посмотрим. Если, например, так убрать, да, убрать значок этот. Мы сейчас-то... А, этот второго уровня. Вот оно как. Так, убираем. И давай отсюда уберем. Объединить. Да. Деньги еще вот сюда, оказывается, нужно. Ребят, на объединение наших значков. Как ты видишь, у нас два значка второго уровня. То есть, если у нас еще будет один значок, мы сможем сделать из него третий уровень. Угу, вот так это все работает. Давай мы в отряд зайдем. Бугай, нам нужно с тобой что-то сделать. Нам нужно с тобой что-то сделать. Наверное, снижение цены сделаем ему, да? Так, у нас свободна еще скорострельность. Так, скорость плюс 1,5%, урон плюс 6%, это хорошо. И общая цена он теперь стал стоить 120. Время отката 40 секунд. Так, на агенте вообще практически ничего нету, мы сняли. Так, усиление скорости. Скорость, ну скорость тоже хорошо. И давай, наверное, еще выстрел ему улучшим. Потому что спецназовец, ага. Спецназовец у нас вот так будет. Усиление урона 4%. Ну что, друзья мои, теперь поехали. Вперед, как говорится, и с песней. Оу, Леди Баг, стильная девушка-агент, которую уже где-то видели. Обездвиживает зомби на короткое время. О, вот это хорошо. А вот это на какое только короткое время, мне хотелось бы узнать. Опять на долю секунды? Так, ну, предположим, я поставлю сюда агента. Для начала, ребят, конечно же. 125 энергии стоит Леди Баг. Но обязательно нужно будет ее приобрести. Посмотрим. Нет, вначале я, наверное, все-таки возьму бугая. Точнее, канонира. Поставим его сюда. Елки-палки, они идут. Или все-таки нам взять с тобой вот этого спецназовца. Да, пускай они лучше здесь вдвоем работают. Блин, еще этот этаж нужно купить. 4 этажа здесь уже.
Ёлки-палки, ну куда ты вот бежишь? Ай-яй-яй-яй-яй, это как же нам с тобой сделать-то тут по-умному? То есть подбить здесь, быстренько переключиться на третий этаж. Попробовать забомбить, если она, конечно, наверх куда-нибудь не сиганет. Да, проблемки у нас. Так, давай вначале вот так вот, чтобы время у нас, как говорится, просто так не простаивало. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, добивайте, добивайте. Готово. Переходим сюда, быстро, быстро, быстро ее. Быстро не получается. Она все-таки подорвет мне мину, да? Подорвала. Чтоб ее. Так, давай, канонир, стреляй в этого амбала. Так, внизу идут бронированные зомби. Не знаю, ребята, как-то вот агент, то, что он быстро сносит броню, это хорошо. Но то, что он не может... Опа, куда они пошли? Ты понял? Они на второй этаж поднялись. Быстренько перемещаемся сюда. Так, еще этот этаж нужно купить. Покупаю, короче. Два жирных идут. Два жирных зомби тут бегут. Так, меня это совсем не устраивает. Что будем делать с тобой? Блин, перемещаться, что ли? Пока есть возможность, будем бомбить их потихоньку здесь. Как долго копится энергия. Все-таки, мне кажется, здесь нужно делать акцент на энергию в первую очередь. Чтобы она быстро к тебе шла, накапливалась намного быстрее. Так, попробуем сейчас этих немножко тут помурыжить. Так, и нам нужно с тобой, наверное, сделать вот так. Посмотрим, как он быстро с ним справится. Ну... Не так, чтобы быстро, но все-таки мы должны его успеть подбить до того, как он наступит на вот эту вот мину. Так, отлично. И вон-то тут целая куча будет. Так, две бегуньи бегут. Я еще до сих пор Леди Баг не приобрел. Даже не посмотрел, что он делает. Не хочу просто тратить нашу энергию. Давай быстрее сюда вниз. Неужели не видите, что внизу? Надо вот им тыкать пальчиком, показывать просто, где кто находится. Так. Что же, что... Ой-ой-ой-ой-ой, наверху. Наверху, ребята, пошел толстопуз. Даже не один, а два. Ладно, хорошо, посмотрим сейчас. Может быть, нам все-таки Леди Баг купить надо будет. Посмотрим, насколько она замедляет. Да ну, это не серьезно. Это не серьезно. Срочно вот так вот меняем. Блин, тут еще проблема у нас. Ты посмотри. Давай вот так вот, наверное, сделаем. Блин, они меня, ребят, сейчас... Они меня сейчас, по-моему, тут... Давай вот так сменимся. Здесь попробуем подорвать. Ну ты сме... А, энергии не хватает, да? Ну что же, пришлось так, ребята, сделать. Хорошо, что они вниз все спустились. Трындец. Ё-моё. Не дают мне даже ни на секунду расслабиться, понимаешь? Ни на секунду. Валятся всех просто щелей. Жестко, очень жестко, я тебе скажу. Но если будет вообще критично, конечно, мы с тобой будем использовать пилу на этаже, чтобы сделать полную зачистку. Окей, смотрим дальше. Так, это мы ее разнесем, да? Разнесем. Вот наверху мне не очень нравится, что у нас происходит, потому что он один отбивается от целой роты. И здесь смотри, что происходит. Смотри, смотри, а куда... А, вот оно как. Она, если, ребят, проходит, минус одна единичка здоровья. Вот оно как, значит, работает. Все, друзья мои, я понял. Давай, 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 давай. Ну, тут взорвется, понятно, тут она не жилец. Вот тут что у нас с тобой творится наверху? Жесть какая-то. Да угостись ты. Ой-ой-ой-ой, ребята, ты посмотри, один за другим заходит. Ну тут нам с тобой ясен перец, не светит никакого генерала. Взорвется, нет? Взорвался. Очень мощный зомби, ребят. Надо качаться, 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 еще раз качаться. Да что же вы не успели-то его бомбануть? Господи, давай сюда, переключаемся. Да как же так-то? Выживает на последних секундах. Не, ребята, мы потеряли здесь с вами очень много серединчик. Поэтому мы, наверное, тут рядовыми будем. Максимально, что нам светит. Спасибо. Так, снижение времени, плюс 4 секунды. Капитан я. Был генерал, а теперь капитаном стал. Так, ну что, давай глянем. У нас с тобой одна медалька. Надо все-таки, наверное, повышать количество начальной энергии. Я думаю, что нам все-таки надо с тобой повышать... Нет, нет.
Начальная энергия, да, наверное, вот это вот с тобой сделаем. Или надо было время лучше сделать. Пока даже затрудняюсь тебе сказать. Леди Баг, урон 20. У нас самый мощный, это получается канонир. Потом идет спецназовец. Этот вообще 8 всего лишь урона наносит. 8, даже Леди Баг эту мощнее. Значит, нам нужно с тобой прокачивать канонира, если мы хотим с тобой офигенно тут выживать. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, снижает время. Плюс 4 секунды, нет, вот лучше я сделаю. Раз, два, три. А, так тут уже второго уровня. Ладно, сделаем таким вот образом. У канонира вроде бы все хорошо. Вот Леди Баг. Давай берем энергию, скорость и все. Больше. А, вот мы еще можем снижение времени. Больше у нас с тобой нет никаких, да, значков. Трындец, конечно, трындец. Ничего не поспоришь. Ребята, а сейчас будет босс. Сейчас будет босс, я так понимаю. Поехали. Я думаю, надо будет перепройти. Ох, ё-моё. Так, наносит урон зомби, когда они наступают на нее. Ох ты, нам дали какие-то шипы с тобой. Слушай, они бесконечные. Уже радует. Это уже радует, поэтому посмотрим, как это все работает. Вот он идет, этот зомбик. Вот, отлично. Хоть что-то, ребят, нам, как говорится, в помощь. Упс, подожди. Придется приобрести, после этого только можно ставить. О, а зомби, смотри, с броней очень неплохо получает урон. Вот это уже хорошо, ребят. Практически всю броню эти шипы снесли с них. Ой, тихо, тихо, тихо. Блин. А как быть? Че, музыка такая накаленная, ё-моё. Так, мне нужна энергия. Ох ты, смотри, новый зомби-скелет. Срочно, срочно стреляй. Что этот зомби делает? Я фиг знает. Шипы, срочно шипы ставим сюда. Не забываем. А, они еще и заканчиваются, ко всему прочему. Давай взрывчатку. Отбиваемся как только можем. Ну. Слушай, а он неплохо получает урон, кстати. Слушай, мне кажется, лучше вот так вот сделать. Это быстрее. Так, вниз. Вниз, я тебе говорю. Ну. А почему? Во. Я же думал, почему он не хочет перемещаться? В плане. Он не получает урона от моего амбала. А почему такое происходит? Вот шипы его бомбят. Это видно невооруженным взглядом. Так, срочно сюда ставим канонира. Еще такая музыка напряженная. Веселая, в то же время напряженная. Ядрить тебе на корень. Смотри, кто там идет. Давай сделаем с собой вот так. И, блин, видишь, пока вот эта вот полоска отката идет, я не могу никого не переместить. Поэтому надо сто раз подумать, прежде чем что-то сделать. Куда ж ты наверх-то пополз? Гаденыш ты этакий. Надеюсь, тебя шипы подобьют. Покупаем этаж, а нам, ребят, другого выбора нету. Видишь, он с защитой, он с какой-то броней идет. Так, ну-ка срочно сюда перемещаемся и добиваем этого ханорика. Нечего ему здесь делать. Блин, а этот пройдет, но он взорвется, ребят. Этот зомби взорвется. Единственное, конечно, плохо, что мы с тобой потратили мину. Я все время забываю про взрывчатку, которая у меня есть. У меня также есть замедление времени, которое можно применять. А я все это дело забываю, друзья мои. Короче, вот эти вот три гаджета мы можем использовать сколько захотим. По откату именно. По откату. Давай, канонир. Снесло просто в хлам. А вот эти вот у нас заканчиваются с тобой. Видишь, тут две осталось, тут две аптечки. Блин, кстати, можно было бы в том уровне аптечку применить. И, возможно, мы бы с тобой прошли на генерала. Я надеюсь, тут можно будет эти уровни переиграть. Так, ну-ка. Пич. Слушай, классно, классно вот эти шипы. Мне очень нравятся. Смотри, они наносят по 25 урона. А, 25-32. Внимание! Босс, да? Ух, ё-моё, это кто такой? Это босс. А почему я не могу переместить? Он медленный. Есть в этом что-то. Сейчас призовет помощь, скорее всего. Ну да, так оно и есть, друзья мои. Но наша цель именно его бомбануть. Давай туда взрывчатку, все, что у нас есть, будем сейчас. Можно. Так, он в броне, не видно пока, непонятно. Так, ты иди сюда. Давай вот так вот сделаем. Леди Баг пускай стреляет, ну, может хоть. Опа, он там активирует еще какую-то защиту. Это что-то новенькое. Так, шипы. Шипы мы с тобой вот сюда поставим. Блин, еще эта веселуха бежит.
Вот, кстати, у босса есть здоровье и есть какая-то энергия, что ли. А, это броня, он броню еще ставит себе. Ты прикинь, надо броню ему сбить. О-хо-хо-хо-хо-хо. Блин, наверху-то никого нету, эй. Блин, что делать-то? Давай, 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 родной мой, жги. Да ё-моё. Ну ладно, он взорвется, по крайней мере, хотя бы на этих, на мини. А, нет, он даже не использовал ее. Блин, теперь... Да, ребят, я не знаю, надо как-то... Как-то надо. А как ты тут сделаешь? Поехала пила. От безвыходности просто, ребята, я это сделал. Офигеть, босера этот. Он хоть и очень-очень медленно идет, но ты посмотри, он постоянно кастует на себя броню. И мы его еле-еле пробиваем. На тебе взрывчатку там. Шипы поставим. Может быть, шипы будут его как-то получше бомбить. Трындец, я тебе скажу. Трындец полнейший. Так, вроде бы пока справляемся, ребята. Что нам сделать? Нам нужен, наверное, еще один канонир. А куда его поставить? Наверное, вот сюда, где спецназовец. Или вот здесь. Даже и не знаю, куда его лучше-то поставить. Хм. Наверное, все-таки наверх. Ребят, наверх будем ставить. Так, а здесь у нас, ну, пока справляемся. Нижний этаж вроде бы под контролем. Поставим сюда шипы. Да чтоб тебе. Как же ты, а? Не дай боже, он пройдет, ребята. У него только половину здоровья отняли. Только лишь. Так, вот этот, конечно, какой-то жесткий. Почему-то мы его не можем пробить. Видишь, он идет, у него, то ли у него защита вот эта, у него, скорее всего, броня, ребята. А броню кто у нас сбивает хорошо? Естественно, наш агент. Успели я его позвать, но он в любом случае на взрывчатке, на мини подорвется сейчас. Он тут далеко не уйдет, давай проверим просто. Да, агент очень хорошо бомбит этих скелетов. Будем с тобой знать на будущее. Так, хорошо, что у нас здесь внизу агент. Слушай, а он, наверное, агент очень хорошо пробивает и зомби. Чё-то я об этом не подумал, он же у нас броневой, так ведь? Так. И он, по идее, должен получать колоссальный урон. Точно, ребят, я только сейчас понял это. Ну да, да-да-да. Так, агент, сейчас мы тебя проверим. А как мы проверим? Мы можем с тобой вот так вот поменять, пока на время. Пока на время, да? Поменяем с тобой. Вот таким еще образом сделаем. Смотрим, да, смотри, агент очень быстро сносит ему броню, поэтому выгоднее нам, наверное, вот так и делать. Все, я теперь понял тактику, замедляшку, естественно. Пока есть такая возможность, надо применять все это. Взрывчатку. Так, наверху все вроде бы под контролем. Так, внизу тоже вроде бы неплохо. Но самое плохое, что он подходит. Потихоньку-потихоньку он продвигается. Так, ладно. Наверху что? Наверху все надо контролировать. Ребят, все надо контролировать. Видишь, этот этаж у нас вообще с тобой пустует по бойцам. А тут уже идут зомби. Пускай даже самые хлипенькие, но они же идут. Так. Да, агент хорош против этих скелетов. Я уже лишний раз, как говорится, убедился в этом. Давай-ка мы поставим сюда Леди Баг. Пускай она стоит, хоть немножко будет их замедлять. Так, совсем немножко осталось здоровья у босса. Гамма. Босса звать Гамма. Блин, вот этот этаж у нас пустует. Ё-моё, они идут. Может быть, шипы, что ли, пока поставить хоть как-то. Воу, разнесло в хламину. Так, взрывчатка есть. Давай установим взрывчатку с тобой сюда. И надо нам все-таки хоть одного бойца поставить все-таки на четвертый этаж. Иначе это не дело, ребята, будет. Пускай стоит здесь. Ну-ну-ну-ну-ну. Нет, он, наверное, не успеет, да? Хотя почему, шипы помогут нам здесь? Какой же он мощный, а, этот босс. Как мы у него долго отнимаем здоровье, а? Ты посмотри. Надо сюда, знаешь, как, наверное, делать? Два агента ставить, чтобы они снимали ему броню. И одного, например, какого-нибудь стрелка. Ну, естественно, лучше, конечно, спецназовца. Он будет снимать с них быстрее здоровье. Так, мне не хватает немножко энергии. Сейчас мы с тобой что-нибудь сделаем. Я уже понимаю, кажется, что нам лучше здесь с тобой замутить. Так, здесь у нас, ага. Мы возьмем с тобой канонира, поставим сейчас. На четвертом этаже. Пускай он стоит.
Совсем маленько осталось, ребята, совсем маленько осталось. Держимся, так, замедляху, чтобы он тут не активировался. Взрывчатку, все как полагается. Ребята, осталось добить его просто-напросто. Ну, есть. И сразу все сдохли, как только мы убили с тобой босса. Отлично, победа. Так, лейтенант, каратель. Вот это я тут достижение понаполучал. Так, ух ты, третьего уровня генерал. То-то и оно. Люди, которые пытались в спешке покинуть город, застряли здесь и обратились в зомби. Не дайте вспышке вируса распространиться по всему миру. То есть это аэропорт у нас. Фух. Что у нас тут? О, ребята, я получаю замечательно. Это же медаль я получил, так ведь? Ух ты, две медали. То есть я могу прокачаться, верно? Так, секундочку. Ловушка с шипами. Наносит урон зомби, когда они нас... вот это классная штука, мне понравилась на самом деле. И поэтому я, с вашего позволения, ребят, прокачаю ее. Согласитесь, ловушка с шипами вообще идеальная штука. Так, ресурсы. Вот, у нас с тобой три медали. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой повышать скорость генератора энергии. Вот так вот. Поверь мне, лишним она не будет. Фух, и что у нас там в отряде? Так, мы можем поставить. Поставить, наверное... Снижение времени, мне кажется. Слушай, ну я не особо, да, играю Леди Баг, поэтому, наверное, мы с тобой вот этот значок снять все, в конце концов, и поставим уже, что нам нужно. Во-первых, усиление урона сразу же будем с тобой второго уровня. Выстрел второго уровня, плюс снижение времени третьего уровня и усиление скорости. Так, и еще даже можем, давай, наверное, снижение времени еще поставим с тобой. Или подожди. Снижение времени. Выстрел 0.75. Давай, наверное, усиление урона. Вот так вот. Абсолютный солдат, я получил достижение. Так, ну этого парня, ну как сказать, хотелось бы, конечно. Ладно, давай, наверное, снижение цены сделаем ему. Так, Леди Баг, что тебе можно поставить? Давай снижение времени, тоже 6. Нет, лучше, наверное, выстрел 0.75%. Идеально. Все, все бойцы вроде бы готовы. Все как бы хорошо. А я могу вернуться и переиграть тот самый... Вот, ребят, давайте переиграем. Я хочу... Получено. Я хочу просто получить здесь генерала. Получится у меня получить генерала здесь или нет? Сейчас посмотрим с тобой. Ну и что ты прешь? Зомби, ну что ты делаешь? Давай, спецназовец, бомби по нему. Слушай, ну сейчас он стал стрелять уже на порядок лучше. Быстрее, это чувствуется. Так, наверное, мы с тобой поставим сюда нашего канонира. Шипы. Все время забываю, ребята, что надо ставить шипы. Надо все использовать, пока у тебя есть откаты. Отлично, бомбим. Бегунья бежит, да? В поисках халявы. Ладно. Слушай, ну канонир тоже стал стрелять намного лучше. Больше наносить урона. И это мне нравится уже. Так, с этим мы с тобой разберемся. У нас с тобой есть еще замедляшка времени. А как, интересно, вот эти штуки приобретать или покупать их нужно? Как их восполнять обратно, кто мне скажет? Так, этот этаж придется покупать. Потому что они все равно пойдут, согласитесь, на четвертом этаже. Отлично, а тут будет, наверное, максимум 1, 2, 3, 4, 5, 6, наверное, 7 этажей. Может быть, 6. Но, наверное, не меньше. Не меньше, поверь мне. Так, шипы. Взрывчатку, угостим их. А почему... ты понял. Вот сейчас взорвалась взрывчатка, динамит. Они были в броне, они не получили урона. Они по минус одной единички всего лишь хлопотали. Ты понял? То есть урон получает хороший только те, кто без брони. Я этого не знал, только сейчас это допетрил. Вот так вот. Не все так просто, друзья мои. Так что без агента здесь действительно будет сложновато. Я вначале думал, что он нафиг нужен. А он нужен. Он нужен, друзья мои. Потому что вот зомби будут получать... Да, зомби получают полноценный урон. Потому что у них нет брони. А вот эти вот чудики получают всего лишь по одной единичке урона. То есть я просто-напросто в холостую трачу динамит. Но шипы, как видишь, наносят урон абсолютно всем. Хоть бронированный, хоть не бронированный. То есть отлично действует. Так, это у нас с тобой какая вторая волна, да, идет? Ну что ж, давай, наверное, с тобой накопим деньжат. Энергия, кстати, я чувствую уже, как намного быстрее стала копиться.
Нам нужно поставить еще на этаж бойца. Это будет у меня канонир. Это сейчас в данный момент у меня любимчик такой. Канонирчик. Давай шипики сюда. Ну, шипы, я так понимаю, наносят определенное количество урона. После этого они исчезают. Ты дышь, видишь? Без брони зомби получает офигенный урон. Вот так вот. Обожаю, когда разбираешься в каких-то нюансах. Лучше, конечно, это делать вовремя, но лучше поздно, чем никогда, согласись-ка. Так, что у нас еще? Есть замедляшка, давай используем ее. Ну, 1,5 секунды, это, конечно, смешно. Но иногда и 1,5 секунды бывает очень-очень полезной. Так, внизу у нас справится солдатик-то наш. Вот смотри, смотрите, сколько урона получит. Нет, сейчас он получил нормально так. Ну, в тот раз, действительно, я тебе говорю, было по 1 единичке урона они получили. Так, шипы влепим на всякий случай. Так, с этим разобрались. С этим жиробасом мы сейчас разберемся. И пойдет последняя волна. Угу, готовимся. Так, бегунья. Ну, бегунья меня не особо пугает. Так, а давай-ка посмотрим Леди Баг. Так, тихо, тихо, тихо. Не надо тут бежать, сломя голову. Шипы влепим сюда с тобой. Ой-ой-ой, внизу, ребята, внизу слишком большое скопление. Как быть? Сейчас посмотрим. Блин, придется, наверное, вот так вот поменять. Не хотел, конечно, я этого делать, но другого варианта нету. Энергия нужна, чтобы нам разнести в хлам. Так, слушай, ну здесь пока спокойно. Давай вот так, наверное, поменяем с тобой. Леди Баг. Взрывчатку. Ох. Давай, 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 расстреливай. Это зомби, 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 зомби. Тыч. Так, этого в хлам. Шипы. Давай еще одни сюда поставим с тобой. Да что ж ты будешь делать? Бегунья это бежит. Бежит, сломя голову. Отлично. Так, здесь разобрались, разобрались наверху только лишь. Перемещаем. Нормуль. Да, замедляет. На долю секунды Леди Баг замедляет зомби. Отлично. Я заслужил генерала. Интересно, а медальку мне дадут за это или нет? Наверное, не дадут. Медальку мы не получили с тобой, потому что уже было пройдено, да? Но, тем не менее, значки нам дают. А раз значки дают, значит, мы можем с тобой прокачиваться. Так, а, и деньги мы с тобой зарабатываем. Поэтому я шипы прокачиваю до 3 уровня уже. А, вот, у них прочность, оказывается, есть. 24 было, стало 27. Миссии. Так, я, наверное, что-то могу получить. Написано получить все. Ага, ух ты, смотри. Зачистите 15 стадий и получишь какого-то нового персонажа себе. Судя по всему, это огнеметчик. Забираем 2500. Еще сверху 93 достижения здесь всего. Отлично, ребята. Ну что, друзья мои, я думаю, на этой ноте можно смело заканчивать сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!